Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников. Герасим Люка. Имя при рождении Залман Локер. Родился 23 июня 1913 года в Бухаресте. Румынский, а затем французский поэт и художник, близкий к сюрреализму, из семьи евреев ашкеназов. Сын портного, входил в группу румынских сюрреалистов. 1952 года жил без документов, называя себя апатридом в Париже, на Монмартре. Я беру данные из Википедии, данных очень мало, но все, что нашел, вот то и вам предлагаю послушать. Владел идиш, румынским, немецким, французским языками, перешел в Париже на французский. Сотрудничал с сюрреалистами, но никогда не входил в группу сюрреалистов. Его ближайшим другом и соавтором был художник и скульптор, также выходец из Румынии, Жак Эрольд. Подругой художница Мишлин Кати, которая участвовала в его перформансах, показанных во Франции. Ну, не только во Франции, и в Швейцарии, и Норвегии, и Швеции, и США. Оказал большое влияние на многих молодых поэтов, среди которых был Оливье Кадью. Его экспериментальные стихи, близкие к саунд-арту, так называется стиль, высоко ценил Жиль Делёз. Книги Люка переведены на английский и испанский. В 1994 году, как написано в Википедии, был официально выселен из квартиры по соображениям гигиены. Покончил с собой, бросившись в сену. Вот то немногое, что мне удалось найти в интернете, в Википедии, о румынском французском поэте и художнику, близким к сюрреализму, Герасим Люка. Смотрим картины, его работы. Все, всем пока, всем привет, до свидания.